Привет, пин-котики! С вами снова я, дарительница подарков. И сегодня со мной мои помощники Илья и Маша. Маша, а ты когда-нибудь мечтала о жизни в средневековых городах? Всякие придворные секреты, заговоры и, конечно, строительство. Нет, никогда об этом не думала. Все это про одну из самых популярных игр – Цитадели. В ней вам предстоит построить свой средневековый город, который по богатству, могуществу и великолепию будет превосходить города соперников. В игре Цитадели для создания своего неприступного города нужны карты кварталов, каждый из которых обладает различными свойствами. Игроки соревнуются за право быть главным строителем королевства. Для этого нужно впечатлить монарха своими навыками и обеспечить себе поддержкой вельмож и богачей. Но за строительство в своем квартале придется платить звонкой монетой. Цитадели – это мировой настольный хит, который издан на 25 языках. Каждый раунд вы тайно выбираете себе персонажа. Их всего 8, и каждый по-особенно силен. Именно грамотное управление ими поможет выиграть в этой игре. Для этого каждый игрок по очереди выбирает себе героя. Но нужно помнить, что персонажи, которые есть в игре, каждый ход передаются от игрока к игроку, и ты не знаешь, какая карта окажется у противника. Да уж, нам остается только догадываться о дальнейших планах и действиях друг друга. Чтобы раскрыть их замысел, нам придется очень сильно потрудиться. Каждый игрок борется до последнего хода, даже если он думает, что его шансы равны нулю. Самому старшему игроку выдается карта короны. Он всегда действует первым. А ты готов побороться за победу со своими друзьями? Тогда участвуй в нашем интерактиве и забирай эту игру.